Ой, иди уже на свои ноготочки, без тебя погуляем. Поехали. Так, не будешь слушаться, я тебе вон той страшной тете отдам. А лучше вон той красивенькой. Так, забыли, все. Проехали. Женщина, побольше уважения, перед вами кормящий отец, дайте дорогу. Слышишь? Ой, опа, нашу лавку занять хотят, а ну давай на перерез, погнали. Выкусила бабуля. Занято. Опа. Знаешь, что я тут подумал? Что погремушки это полная фигня. Давай лучше тут будем рыбу сушить. И интересно, и полезно, и пока гуляем, просохнет. Ох, и скучно в этом парке. Хочешь анекдот? По глазам вижу, что хочешь. Значит, слушай, только не описывайся, потому что очень смешной. Заходит как-то львица. Да, Антонина Семеновна. Да, в парке гуляем. Ага, подходите, подходите. Ща бабушка твоя придет в Парк Победы. А мы-то в парке Горького. Пусть прогуляется теща дорогая. Ей полезно. Ох, ох, под горку тяжко идет. Ну, как говорится, любишь сексом заниматься, люби и колясочку возить, да? Тебе еще рано знать. О, турнички. Сейчас батя покажет, так сказать. Сиди тут. Не, просто в зимней куртке нереально, нереально. Придем весной, там-то я, конечно, покажу. Посмотришь, я сделаем, так сказать, подъем-переворот. Все. Ну и что ты плачешь? Что ты плачешь? А, цены на бензин увидел. Ну не смотри туда, я сам иногда из-за них плачу. Все, 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 уезжаем, уезжаем. Чего? Маникюрный салон Deluxe минус 7000? А, ну все. Пошли в парк искать новую маму.